Завораживающее зрелище. Действительно смотрится просто прекрасно. Я бы, наверное, сейчас сидел и тупо бы смотрел, как люди пытаются выжить в этом огромном блендере. Черт возьми, а ведь эту игрушку сделали поляки. Те самые поляки, которые сделали в свое время Flatout, аркадный симулятор, который наверняка каждый из вас слышал или хотя бы играл. Та самая игрушка, где можно было вылететь через лобовое стекло чуваком, который, собственно, мог с собой же сбивать огромные кегликов в кегельбане. Прекрасно, прекрасное начало. Давайте хотя бы кратенько посмотрим, что из себя представляет сегодня игра под названием Stuntfest, так она и называется. Ну, начнем, пожалуй, с Crusher Pit. Соберите как можно больше коинов. Вы должны успеть это сделать, собственно, до того, как вы взлетите в воздух огромными какими-то пружинами. У нас есть, как и в Happy Wheels, я не знаю, почему Happy Wheels привел во внимание, но тем не менее, есть три персонажа. Есть Свиди, есть Стэн, есть Грэндма. Ну что, начнем, пожалуй, со Свиди. Такая девушка-викинг, мы находимся в огромной тележке для супермаркета, у нас вроде как даже есть ускорение. Тихо, собираем монетки, как Марио! Ух, какая довольная рожа! Действительно, поляки как бы знали, что надо делать, и сделали довольную девушку такого викинга. Охренительная пати. Давай. Ууу, пятница! Как-то так, наверное, надо было бы делать. Ладно, полетели. Здесь не очень удобная камера, куча разных недостатков, но тем не менее игра дарит тебе массу веселого, хорошего настроения. Слева внизу у нас есть показатель того, что вы где как поломали. Если вы учитесь на медика, я думаю, вам будет полезно. Расчленки здесь нет, поэтому надеяться на это не стоит. Но можно неплохо себе поломать какие когти? Кости можно поломать. Олеж, какие когти? Ты что-то пересмотрел, какие-то сериалы страшные. В общем, если вы пролежали дольше определенного времени, естественно, вы проигрываете. Как и в любой подобной игрушке, надо набирать очки. Можно соревноваться с ребятами по сети, можно закачивать по сети различные, как я понял, уровни. Но сейчас посмотрим стандартные. Окей, хорошо, я хочу еще раз попробовать. Так, что там надо продолжить? Наш скор не такой уже высокий, хотелось бы. Давайте глянем Стэна. Этот чувак похож на одного известного рестлера. Можете, кстати, написать в комментах, кого. На Халка Хогана, конечно, я заспойлерил. Так, тихо, у нас есть тача. Тихо. О, твою мать, вот это эпично. Вот это, ребята, было найсово. С помощью зажатой кнопки А я мог вылететь как говно из задницы. Не самое удачное сравнение, но тем не менее Стэнли пытается что-то делать, и у Стэнли это получается. Черт возьми, а? Я такую бородку видел только у Халка Хогана, серьезно. Да, здесь разрушаемость, то, чем славились поляки во флетауте, здесь тоже есть. Но, к сожалению, мы уже продули, потому что здесь надо успеть собрать эти чертовы коины. Хорошо, я предлагаю посмотреть какую-то другую карту. Здесь их, благо, много. Выходим обратно в менюшку. Давайте, можно создавать свои, можно загружать, собственно, additional content. Я не знаю, мне недоступно. Давайте посмотрим, что такое panic flash. Try to flash and ragdoll before... Лаблок. О, давайте попробуем. Там что-то связанное с туалетом. Я думаю, что можно посмотреть на бабулю. На бабулику. Здесь какие-то огромные непонятные хрени, похожие на как мины подводные. Так, бабуль, давай, держись. Держись, бабулька. Так, давай. Взлетаем! О, боже, если бабуля сейчас порубит... Нет, не порубит. Происходит вот такая вот жесть. Игра просаживается дико по кадрам, и я лег. Все, не трогайте меня, я тупо отдыхаю. Черт, мне даже жалко стало эту бабушку, серьезно. Черт возьми. Видишь, если ты... Эй, давай. Раз, два, три, калина красная. Что, не получается? Какие, блядь, штанишки классные. Черт, мне нравится. В этом что-то есть, какой-то определенный грандма мазафака стайл. Так, чудесно. Хотя, на самом деле, ничего чудесного. Ну что, мы угробили бабулю, давайте еще раз попробуем. То есть, как я понял, наша задача с вами пролететь, собственно, вон туда. Сейчас. Тут камера дебильная, тут нельзя нормально, собственно, ее управлять. Так, давай еще раз попробуем. То есть я должен тупо пролететь. Давай попробуем просто ничего не делать. О, боже, туалет! Туалет же! Ебеческая сила. Держите меня, Сибера. Так, мы застряли в ободке унитаза. А что скрывает для нас ободок унитаза? Блин, он такой... Это что такое? Я сквозь текстуры оказался. Давай, бабуль, давай. Это действительно, ты играешь за бабушку, которая должна залезть в огромный унитаз. Хоть я и не чувствую себя бактерией или каким-нибудь туалетным утенком, упала как кусочек говна. Серьезно, здесь анимация довольно забавно сделана, но местами она фейлится. Давайте попробуем за Стэна, и потом вернемся к Суирии, нашей шведской барышне. Так, тихо.
Тихо, попробуем проехать. А что будет, если я сделаю вот так вот? О, нет, Стэнли! Стэн, твою мать! Какого черта? Все в ебеня взорвалось, в том числе и наша тачка. Хорошо. Я сейчас попробую, знаешь, что сделать? Попробую вместе с машиной врезаться вот сюда вот. О, да, детка. Вот это было найсово. Ни хрена себе. От этого, кстати, дико просаживаются у нас кадры. На каком вы компьютере вы бы не играли, жесть встречает вас в полной мере. Хорошо, этого делать не стоит. То есть как бы намек, что лучше с этими минами не соприкасаться. Так, ладно, еще раз поехали. Так, Стэнли, держись. Пожалуйста, я тебя прошу, держись. Эти бомбы твое настроение в понедельник утром. Ой, давай. О, да. Ай, в туалет-то мы с тобой упали. Тут еще инверсия, по-моему, работает. И вообще какая-то жесть. Это ты хочешь сказать, что сейчас там была моя машина, да, сзади? Я попробую еще раз. Мне кажется, что, в принципе, я могу попробовать даже пролететь. Давайте выберем нашу викингшу. Шведскую нашу барышню. Так, или скандинавка, будем просто так говорить, да? Давай. Так, тихо, спокойно. Спокойно, Леш, спокойно, тешимся. Опа, прямо в центр. Вот то, что надо было изначально сделать. То есть мы слились. В прямом смысле этого слова нас слили. Я, правда, не вижу, куда и чего. Камера, блядь, что за вот мания делать игры с блядской камерой? Я не понимаю этого. Хорошо. Опа. Так, я вылет... О, господи, мать твою. Какого хера? Тут огромное количество коинов, которые я хотел бы... И я их и заберу, мать твою. Нет, не ломайте себе ничего, пожалуйста. Я буду называть себя... как бы тебе имя придумать? Хельга. Мне кажется, что Хельга тебе подходит идеально. Черт возьми. Безумный уровень. Видно, что это все-таки как бета, что это недоработано, и что здесь не хватает какой-то остроты прям. Давай выйдем. Посмотрим, какие здесь еще уровни есть. Есть ли, допустим, такой огромный блендер? Так, Long Jump 2. Давай посмотрим, что это за карта. Что она себя представляет. И пожалуй, за бабулю. То есть будем чередоваться. О боже. Там уже что-то успевает взорваться. Давай, бабуль. Давай, пробуй, пожалуйста. По-моему, в меня уже что-то влетело. Давай. Опа! Тихо. Какого хера? Подожди, я же должен был вроде не так делать. Черт, от такого падения как-то не по себе становится. Давай еще раз. Вроде у игры есть потенциал, да? Есть красивая графика. Есть довольно неплохая анимация. Есть физическая модель. Есть рэгдолл-анимация падений персонажей. Но чего-то ей определенно не хватает. Давайте не будем выпрыгивать. О, да! Вот это серьезно было. Твою мать, а! Я хотел посмотреть, что осталось от этой машинки, на которой бабуля передвигалась. По-моему, там ни хера хорошего. Мне эта карта ничего не особо впечатляет, на самом деле. Я предлагаю посмотреть, что здесь есть еще. Никто не говорил, что игра будет просто прям конфетка шик. Надо просто посмотреть. За нее просят, по-моему, баксов 10 или 15. Довольно много на этом этапе. Так, хайджамп можно глянуть. Блендер. О, вот блендер, кстати. То, что, видимо, здесь у нас нарисовано. А за блендером давайте попробуем Стэна выбрать. Что с камерой? Почему нельзя использовать свободный круговорот? О да. Блядь. А, черт. Хорошо, давай еще раз. Рын. А вид от первого лица вроде как... А, это заново? Я думал, можно как-то выбрать... Нет, друзья мои, выбрать вид нельзя. Так, полетели. Я пока не буду вылетать специально, давайте посмотрим, что будет, если так вот делать. Ой, оооо! Давай, блендер! Блядь, там машина была в блендере! Черт возьми! Благо, здесь можно очень быстро заново начинать, чтобы посмотреть, если вы где-то накосячили. Так, еще раз. Еще разочек. Полетели. О боже. Твою мать! Давай, падай, блендер! Охренеть! Ёб твою мать, вот это было больно. Мы, по-моему, заняли максимальное количество очков здесь получили. Мне реально жалко Стэна. Если бы в этой игре была расчленка, это был бы, наверное, Happy Wheels 3D. Хотя подобное что-то мы уже обозревали. Черт возьми. 2 075 000 очков. Все, Стэнли, я думаю, что теперь можно спокойно так отдохнуть. Ай, тема пивас, да? Ну, примерно так же. Финишит, вот именно что финишит. Черт, я предлагаю здесь попробовать... Давайте попробуем за нашу шведочку. Так, поехали. Вперед, за Скайрим! Надо кричать, наверное, да?
Блин, такая тележка, я думаю, что каждый из вас рано или поздно пробовал кататься в ней. Давай, полетели. Ох ты, ебать колотить. Так, падай. Господи Иисусе, о боже. Твою мать, чем дольше ты здесь находишься, тем дольше ломаются твои кости, тем больше очков ты получаешь. Чудесно, просто изумительно, мать твою. Черт. Блин, а? Вот это встряска. Знаешь, утром просыпаешься, уже такой убитый, хочется спать. Вот как надо, собственно, просыпаться. Карусель, я хребет тут сломал. Что же делать мне на карусели? Каждый день, словно я. Ой, не высыпаюсь, бля. Ну, есть же время для нашей карусели. Черт, а как долго, интересно, она может так находиться? Я, конечно, могу подпрыгнуть, попытаться, но смысла в этом нет. Интересно, ее в школе дергали за косички? Или она давала просто пиздюлей каждому, кто пытался это сделать? Черт! Бля, вот именно что я слышу, только бля. Давай издалека посмотрим. То, что мы видели в главном меню, это здесь возможно реализовать. Все. Можно, конечно, держаться дольше, я думаю. Все, движение уже невозможно. Event ends у нас, друзья мои. Закончился ивент, и мы получили, по-моему, дохренище очков. Да, да. Максимально собрали сколько можно. Так, что у нас тут еще интересного посмотреть? Прыжки мы смотрели. Long jump. Давайте посмотрим продолжительный прыжок. Насколько далеко можно. Там стен у нас был. Выбираем стен, да? Ну, ребят, ну серьезно, без камеры нормальный. Только так, вот смотри. Оп. О, чего? А, все, я понял. То, что было во флэтауте. То есть там автоматический человек вылетал. Здесь нужно нажимать кнопку, смотри. Сейчас покажу. Хуяк! Вот так вот, Стэнли, у нас должен пролететь огромное количество, собственно, разных препятствий. Смотри, тут бомбы есть. Давай, еще немножко, Стэнли, пожалуйста. Я тебя прошу. Слышишь? Это не котик урчит, это просто вибрация. Да, вибрация Xbox One. Черт возьми, это было довольно эротично. Так, давай еще раз. Рестартиц. Стэнли, давай попробуем бабули. Мне кажется, что в этой бабушке есть какой-то потенциал скрытый. Специальная машинка, чтобы нормально передвигаться, давай. Опа, вот это хорошо, черт возьми. Давай, бабуль, давай, опа. Знаешь, реально, наверное, думаешь, что хорошо, что нет расчлененки. Тут даже крови, по сути, нет. То есть такой себе симулятор рэгдольного угара, если его можно так назвать. В эту игру неплохо было бы поиграть с кем-то, потому что в одиночку здесь, конечно, забавно. Видно, что она недоработана. А, давай попробуем. Нет, Стэнли. Ладно, хорошо, хер с тобой. Здесь можно делать свои уровни, то есть можно творить какое-то безумие. Опа! Фух, давай, лети высоко, бро. О, да, прекрасно, как он выгнался, а. Давай, Стэн, давай. Опа, шикарно. Бро, ну я понимаю, конечно, что игра просто жесть. Ну что поделать, как говорится. Мы не собрали даже одного лайка, судя по тому, что нам показывает статистика. Черт возьми. Да, игре не хватает какого-то, знаешь, более адреналина или музыки. Может, если бы здесь какой-нибудь рок играл, как во флэтауте. Кстати, во флэтауте довольно крутой саунд-лист был, насколько я помню. Некоторые треки, по-моему, до сих пор переслушиваю. Так, Toilet Drive Time Trial. Давайте посмотрим, что это за Time Trial. Как он работает. Свиди, ты мне должна сейчас очень сильно помочь. Довольная такая барышня. Я не знаю, чего она радуется, потому что такой пиздос сейчас ее ждет. О, давай. Блядь. Отлично. Хотя на самом деле ничего отличного. Просто довольная жизнью девушка. Так, судя по тому, что я там вижу, мы должны были... Эй, стой, куда ж ты полетела? Черт, давай еще раз. Здесь, как и было у нас в BeamNG Drive, здесь нельзя ускоряться именно на спуске. То есть, чтобы тебя кубарем, бля. Вот в чем вся проблема, видишь? Просто кубарем пошли. То есть, находясь внутри, мы не вываливаемся. Это странно, кстати. Мне интересно, как она сейчас попробует. Давай, красавица. Оп, бессмысленно. Абсолютно нет смысла в этом. О, геймпадушка. Перестань это делать. пожалуйста. Не перекатывайся, блядь. Что ж ты такая, блядь, неадекватная? В этой игре, кстати, куча глюков. Вот теперь геймпад будет вибрировать до конца... Нет, не будет. Я боялся, что он будет до конца ролика вибрировать. Нет. Ну что ж ты делаешь-то? О, ебическая твоя сила. Я боюсь, что с ней у нас вряд ли что-то хорошее получится. Давай попробуем все-таки, может, выйдет. Смотри, аккуратно. Давай, назад, вперед. Не перекатывайся. О, вот, что мне надо было сделать изначально.
Давай, скорость огромная просто, феноменальная. Опа! Наконец-то мы хотя бы посмотрим, что у нас там находилось. Вот, кегли. Вот отсылка к флетауту, то, что я вам, собственно, и говорил. Если вы собьете здесь страйк, то получите огромное количество очков. Почему бы и нет, спрашивается, да? Давай. Опа! Хорошо. Прекрасно просто. Просто изумительно. Черт возьми. Жалко только то, что эти уровни довольно быстро у нас заканчиваются. Так, давай выйдем. Да, весь прогресс будет у нас утерян, но это не страшно. Вот это что-то интересное должно быть. Здесь, мне кажется, нужна машина Стена. Так, окей. То есть я должен проехать, слушай, один в один практически как в Beam & Drive, серьезно. Так, Стэнли, давай, выруливай, твою мать! О, господи Иисусе! Черт, как эти людишки хотят, чтобы это прошли вообще люди, простые смертные? Для кого эта игра создавалась, серьезно? Слушай, но самый прикол в том, что там, наверное, надо проехать вот так вот, смотри. Вот так вот, оп, и все остальное ты должен уже, наверное, вот так вот преодолевать, смотри. Опа, давай, Стэнли, твою мать! Самое интересное, что я уже собрал максимальное количество лайков за эту трассу. То есть я, по сути дела, это прошел. Все. Ну, бессмысленно, смотри, я могу только ноги так закинуть, знаешь, как в самых дешманских играх, где говёная физика, примерно вот так вот можно было раньше находить еще в журнале «Игромания», любили скидывать уже далекие, блядь, года. Смешные смерти, то есть кто как умирал из-за тупой физики. Так, здесь все. Я не знаю, как это пройти, честно говоря, это просто жесть. Так, предлагаю посмотреть, что у нас здесь еще есть. Тайм-триал и туалетный драйв. Давай посмотрим туалетный драйв. И посмотрим тайм-триал. Так, бабуля. Вот за бабулю как-то самое то. О, господи. Я не знаю, такое впечатление, что эти карты по большому счету делал какой-то школьник. Полетели, бабуль. Бабуль, давай. Давай, бабуля. Бабуль, пожалуйста. Я думал, ты долетишь. Черт возьми. Это было лажево, конечно. Так, ладно. Давай попробуем еще раз. Почему бы, спрашивается, и нет. Тут главное рассчитать все очень четко, чтобы мы хотя бы долетели до унитаза. Полетели, давай. Отлично. И еще разочек, чудненько. Давай, родная моя. Бабуль, пожалуйста, говорят, что там микробов меньше, чем на ручке в каком-нибудь общественном месте. Нас смыли, мы чуть не оказались в гробу. Не, я, конечно, все видел, но это, по-моему, лютый пиздец, ребята. Ладно, хорошо, предположим. Я просто отсюда сделаю ноги. Притом, захочу заметить, что бабулька здесь реально двигается быстрее любого другого перса. Странно, но это правда. Так, давай выберем, наверное, кого-то другого. Так, фотомод есть. Ну, фоторежим, я думаю, рассказывать не стоит. И все и так здесь более-менее понятно. Так, туалетный режим. Можно попробовать на тачке, а можно попробовать тайм-триал. Давайте попробуем на тачке. Так, Стэнли, ты мне снова серьезно сейчас нужен. Давай, Стэнли. Врум-врум, блядь, сейчас как пошумим, нахуй. Так, давай. О, да, детка, вот это прямо, смотри, прям в цель. Черт, лысая башка. Я зато могу посмотреть действительно охеренное отражение и царапины на стульчике. Это же охренеть как круто. Смотри, там вот облака вроде есть. Да, Стэнли тоже застрял. Так, Стэнли, давай. Стэн, я тебя прошу. Это вроде сложно, кажется. Смотри, можно переключиться за машину, посмотреть, типа, что с ней случилось. Но управлять машиной здесь нельзя. Да, мы застряли в текстуре, и я не знаю, как отсюда выбраться. Давай, пробуй. Попытка не пытка. Самая нелепая смерть. Можно практически записывать тебя в премию Дарвина. Так, давай еще раз. Стэнли, может... А, интересно, долететь просто... Нет, невозможно, я думаю. Маленький разгон слишком. Давай. Отлично. Так, смываемся, как люди, мать его, в черном. Слушай, тут детализация унитаза, блядь, лучше, чем у меня дома. Черт возьми, это как-то крипово смотрится. Охренеть. Там даже рука, смотри, которая просит, чтобы... Я даже не знаю, что. Какие-то адовые звуки. То есть, поляки считают это забавным. Черт. Блин, напоминает фильм, где чувак, по-моему, в гробу или под землей вроде пролежал огромное количество времени, то есть там какое-то время, и весь фильм происходил именно с одного ракурса, насколько я помню, как он был, по-моему, погребенный заживо или под землей, как так он назывался. Так, предлагаю посмотреть, что у нас там оставалось. У нас оставался Time Trial 2 и Time Trial 3.
Давайте глянем вот этот. Так, чудесно. Свири! Швири-свидище. Ой, господи, тут какое-то слишком жестко так все наставлено. Я не знаю, что из этого получится. Давай попробуем. Держись, 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 держись! Держись, я тебя прошу. Баллоны. А баллоны, наверное, хотят эпично бабахнуть, да? Давай проверим. А, это не баллон, это баллоны, да? Давай, готовимся, готовимся, готовимся! О, черт возьми! Господи, как ее перекосоебило! Ну, точнее, не нашу красавицу, а в тележку, в которой она находилась. Давай еще раз. Это дело, получается, надо пройти на время. То есть, ты должен пройти это как можно быстрее. Я думаю, все поняли, да? Так, давай еще раз. Держи, 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 держись. По идее, у нас как бы есть ускорение, но что-то мы его не особо юзаем. О, да, давай, давай, блядь. Господи, я не хотел бы в это попасть. На Ютубе, кстати, есть каналы, где вот в таких штуках рубят все, что угодно. Что с моей головой? Что с моей головой? Слушай, а что с ней случилось? Подожди, надо попасть в этот момент. Охренеть! Да, я думаю, что мемчики с ней уже, в принципе, можно делать. У нее башка, блядь, сплющилась нахер. И она еще жива. Да, здесь можно переключить камеру. Правда, камера эта, блядь, ведет себя просто отвратно. Посмотри, ну что это такое? Вот типа как бы свободный режим, да? Ну, не знаю, не знаю. Плюс инверсия, плюс куча всякого неудобного. Так, давай попробуем. Господи Иисусе. О, а, держись, держись, красавица! Я думал, что это шум телевизионный пошел. Серьезно, я подумал, что это гребаный телевизионный шум. Ни хрена подобного. Что может быть приятнее, чем застрять в те... Бля, что у нее с лицом, реально? Подожди, подожди, как бы посмотреть-то поближе? У нас реально как будто встроен вибратор в этом геймпаде. Так, мне нужно как-то твое чучело... Ебическая сила. Господи, мне жалко эту барышню викинга. Давай попробуем последний раз. И, в принципе, нормально. Я хочу попробовать попасть вон в ту рубилку. Дробилка. Да, на Ютубе реально, по-моему, был канал, где показывали, что будет, если разрубить то и то. Довольно интересно, кстати. Слушай, какая она мандражирующая. Так, держись, красавица, держись. У нас красавица здесь реально держится до последнего. Так, давай сюда. Опа! О, боже, твою мать! Господи Иисусе! Фак! Бля... Ребята, я даже не знаю, как это озвучить и что получится в исходном. Ёп, твою налево. Знаешь, это то самое, к тебе большой босс приходит, говорит: слышь, короче, мой польский друг, расчленку сделать нельзя, в это будут играть дети. Вы должны сделать максимально все упорно. Конечно, без проблем, все хорошо будет сделано. Но, не, мой польский какой-то не очень. Я же не Брешко Жашкович, чтобы так шутить на польском. Но я даже не знаю, как это назвать, блядь. Что это такое? Что это? Бля, у нее реально, ее реально перекосоебило по-страшному просто. Давай попробуем хотя бы понять, что это за, блядь, сумбурный текстурированный такой вот непонятный хер. Что это такое? А если я бабулю выберу? А давай попробуем, реально. Так, выйдем. Ты знаешь, за всю игру мне понравилась только блендер, и мне понравилась вот эта последняя карта. Тайм-триал. Давай выберем даже не бабулю, а давай попробуем Стэна, а потом за бабушку. Черт. Это должно быть адски эпично. Понимаешь, реально, вот тебе сказали, нельзя делать жесть. Но надо сделать жесть, чтобы хоть как-то завлечь кого-то. Так, давай попробуем. Так, господа, перед вами действительно не лайфхак, а самый настоящий эксперимент. Что будет, если машина с чуваком попадет сюда вот? Ой, блядь! Тихо, 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 спокойно, 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 твою мать! Это все будет смотреть! А, черт! Стэнли! А Стэнли не перекосоебило, Стэнли просто вылетел. Зато от нашей тачки нихера не осталось. Ну и осталось взять бабушку Божий одуванчик, чтобы закончить эту адскую серию по Стандфесту. Честно, если бы мне сказали, что эта игра стоит $15 или 12 или 15, притом ее, по-моему, нет в Стиме, я бы, наверное, не купил. То есть я бы подождал, когда ее доработали, чтобы посмотреть уже на финальный продукт. Ну что, бабуля, мясорубочка! Воу-воу-воу, сам Господь Бог, видимо, отвлек от себя беду. Понимаешь? А иначе я просто не знаю, как это назвать. Давай еще раз. Поеду, куплю внучку PlayStation 4. Так, давай. Прекрасно, почему бы и нет? Почему бы, спрашивается, и нет? Так. Блин, мне бы такую бабушку в мое время добро... Блядь, колесо отпало. Ну, понятное дело, что эта шаромага не может быстрее ехать. Ну, хоть как-то. Давай, давай, давай. Черт возьми, что? Что, блядь? Бабуль, ты жива? Не, видимо, бабушку здесь порубить нельзя. То есть,
Давай, бабуль, давай еще раз, блядь, зачем? Она так еще и пичника, бля. Бабуля, живи. Надо такой тег, бабуля, живи. Черт, я хотел бы посмотреть, что там от нее осталось. От нее, конечно, все как бы осталось в норме. Черт возьми, а. Давай еще раз первую выберем. По-моему, с первой самое вакханалие творится. Наша девочка-викинг. Так, поехали. Здесь реально не хватает какого-нибудь рока. Серьезно, вот во Флэтауте был обалденно классный саундтрек. Так, еще раз. Слушай, она там прям бедная. Тихо, СДПшка. Довольная рожа какая. Хей, сейчас будет весело. Сейчас будет адски весело, да. Давай. Мясорубка. Фак. Черт возьми. Господи, а. Это знаешь, как давка в общественном транспорте утром, когда тебе надо на учебу ехать. Примерно так же, блядь. Твое состояние после 5 пар или 6 уроков. Если это можно, конечно, охарактеризовать словами. Я просто не знаю, что это, где голова, где хоть что-нибудь. Господи, такое впечатление, что ты ракес у нее. Ребят, давайте поиграем в игру, поможем Брейну найти голову этой прекрасной викинжи. Честно, я даже не знаю, не вижу. Может, камеру как-то поменять, только толку от этого не шибко много. Знаете, я на этой прекрасной ноте, наверное, все-таки закончу этот ролик. Спасибо, что смотрели, и удачной вам недели. Надеюсь, что ваше состояние будет не такое побитое, как у этой барышни на видео. Всего хорошего, пока-пока.